международной научной конференции «Магнитно-левитационные транспортные системы и технологии» предоставляется ректору Петербургского государственного университета путей и сообщения императора Александра I Александру Юрьевичу Панычеву. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги и участники конференции, позвольте мне прежде всего выполнить поручение министра транспорта Российской Федерации, сопредседателя общественного совета нашего университета Максима Ильича Соколова и зачитать приветствие. Уважаемые участники конференции, Министерство транспорта Российской Федерации приветствует участников 4-й международной научной конференции «Магнитно-левитационные транспортные системы и технологии». Сотрудничество с учеными, создателями магнитно-левитационного транспорта различных стран позволило подготовить мощную научную практическую базу для разработки отечественной магнитно-левитационной транспортной системы как будущей основы межгосударственных и межконтинентальных транспортных коридоров. Россия является естественным мостом, соединяющим Восток и Запад. Наличие высокопроизводительных транспортных систем на ее территории – залог экономического сближения стран Азии и Европы, севера и юга в интересах жителей Евразийского континента, составляющих практически половину человечества. Желаю участникам конференции плодотворной работы, творческих успехов и благополучия. Максим Юрьевич Соколов. Ну а теперь уж позвольте от имени коллектива первого транспортного вуза страны Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I поприветствовать вас в стенах нашего гостеприимного вуза и пожелать нам всем плодотворной работы. Действительно, стены нашего университета помнят выдающихся российских и советских ученых, чьи имена являются гордостью всей мировой науки. И именно Санкт-Петербург является колыбелью российского инженерного образования и науки. И как сказал сопредседатель общественного совета нашего вуза, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полташенко, вполне логично и объяснимо, что на этом мощном фундаменте транспортной науки и инженерной мысли развивается новая транспортная технология, основанная на магнитной левитации. 200 лет назад для многих являющаяся мечтой квалификация инженера путей сообщения была синонимом прогресса и социального развития. В преддверии 260-летия со дня рождения организатора и первого ректора и с целью популяризации инженерного образования университет инициировал международный научно-просветительский проект «Наследие Бетанкура». Напомню, что мы отмечаем эту дату 1 февраля 2018 года. И мы выражаем слова благодарности администрации Санкт-Петербурга за его поддержку и личному губернатору Георгию Сергеевичу за инициативу проведения в городе на регулярной основе Международного инженерного форума. Мы рады приветствовать господина Юшкиса, президента Международного комитета МАГЛИ, председателя конференции МАГЛИ 2016, которая пройдет в Берлине в сентябре этого года. Мы приветствуем наших коллег из вузов и научно-исследовательских институтов России, ученых и друзей из Европы, Азии. Выражаем признательность сопредседателю Общинского совета, президенту ОРО Российской железной дороги Белозерову Олегу Валентиновичу за активное участие в поддержке наших идей и, собственно говоря, проведении настоящей конференции, Российскому фонду фундаментальных исследований, представителям бизнеса за многолетнее сотрудничество с нашим университетом и неизменную поддержку проведения конференции «Мобилизационные транспортные системы и технологии». Знаете, я не могу не поблагодарить и наших оппонентов. Это уже 4-я конференция, и за это время мы прошли действительно серьезный путь от споров о целесообразности до нескольких вариантов развития магнитно-левитационного транспорта в России. Знаете, на сегодняшний день активно идет обсуждение, в том числе и реализации технологий вакуумной трубы. В свое время многие считали абсолютно бесперспективными телефон, радиовещание, а напомню, что в 1901 году два американских профессора доказали, что летательный аппарат, который тяжелее воздуха, никогда не сможет оторваться от Земли. Ну или более свежий пример, в 1981 году Билл Гейтс сказал буквально дословно,
640 килобайт, этого должно быть достаточно для каждого. История частенько шутит над нами, да, и только время расставляет все на свои места. Дорогие участники конференции, желаю вам интересных встреч, плодотворной работы и творческих успехов. И с огромным удовольствием объявляю нашу конференцию открытой. Спасибо. Александр, конечно, уберите. Я посмотрю, что вы можете.